но. Сегодня мы начинаем новую рубрику и новый плейлист «Распаковка». И сегодня мы будем распаковывать гитару. И не просто гитару, а электрогитару Fender. Электрогитара производства Fender в легендарном, не побоюсь этого слова, легендарном корпусе Stratocaster. На самом деле, эта электрогитара настоящий эксклюзив. Вот, смотрите, даже на шильдике написано Limited Edition, Limited Edition. Основателем компании был Лео Фендер в Калифорнии в 1946 году. Первые гитары начали выпускать в 1950 году. Дай бог памяти, 1954 году в корпусе Stratocaster. Это акустика. Гитарная дека выполнена из ольхи. И главной отличительной особенностью являются рожки. Не знаю, видно ли вам или нет, но у этой гитары есть скос под руку и под музыка. В отличие от корпуса Telecaster. Подождите, иди отсюда! Ясно. Корпус гитары выполнен в цвете Ferrari Red. Red, вы понимаете? Вообще-то тут я рассказываю. Ладно, я пошла. Извините. На секундочку. Просто забежала, не выдержала я. Гриф моей гитары выполнен с клюна. Но при этом она имеет вставку из черного дерева. Крепление у грифа болтовое, а еще бывает сквозное, и гриф может быть вклеен. Ну, не знаю, мне кажется, болтовое звучит по надежной стороне. А вот вы как считаете? Напишите в комментариях. Конечно же, у этого грифа есть болт-анкер. Бить гриф как цельная древесина под воздействием влажности и температуры может немножечко искажаться. А данный анкер может выправить его обратно. Количество лотов на данной гитаре 22. А длина мензуры составляет 25,5 дюйма. А дюйм на минуточку – это 2,54 сантиметра. Мензура – это рабочая длина струны от начального порожка до бриджа. А бридж – это крепление для струн. Данная электрогитара оснащена тремя звукоснимателями сингл. Звукосниматель – это магнитный датчик, который работает как микрофон, но только для струн. Благодаря звукоснимателям сингл на гитаре можно играть музыку в стиле рок, джаз, блюз. Если необходимо играть что-то тяжелое и мясистое, как металл, необходимо, чтобы был звукосниматель хамбакер. Выглядит он точно так же, но только он парный. Каждый звукосниматель дает свое звукоизвлечение. И переключать их можно между собой с помощью данного рычажка. Так же, как и на всех гитарах, регулируется громкость и тональность. Раньше электрогитары Fender выпускались только с двумя звукоснимателями. Но когда Gibson решил добавить свои электрогитары еще третий, то тогда и Fender решили сделать так для конкуренции. Теперь подключаем электрогитару к комбо-усилителю, про который мы расскажем в следующем ролике. И идем учиться на ней колбасить!
нравится данный урок. Сама иди отсюда, я да буду... Да иди, иди! Все, это издевается! Иди отсюда, я буду рассказывать. Ага, сейчас, вот сбежалась. Нос не дорос. А у тебя щека? Ты не...